Твоя цель — местный хан Абдул-Бисмиллах Малик. Ты его узнаешь без особых проблем. Его фотографии развешаны по всему городу. Сейчас он пытается продать груз ООН, которые начали поставлять сюда свои товары последнее время. Хан возвращается в свой дворец вместе со своими лучшими солдатами ООН. Они прибудут с востока по дороге. Устраните его, пока он не добрался до дворца, но солдаты ООН не должны пострадать. Только так мы делаем свое собственное дело, 47. Постарайся. Крестьяне уже немного сдвинуты. Если они поймают чужеземца с большими пушками, то уничтожат его. Будь осторожен. Итак, здорово всем, чуваки, с вами Бодрый Стрём. Продолжаем проходить Hitman 2 Silent Assassin. Наша задача — завалить Абдулла Малика, который будет ехать в лимузине шейха. Что ж, давай начнем. Так, наша задача — нас куда отправляют? Нас отправляют к этому торговцу, да? Пойдем. К нему. Так, ну у нас где? Где-то тут, да? Здесь, да? Ну да. Далековато будет для типа у нас. Сюда дойти. Да. Где он у нас тут что? Нет. Там. А что там? Ну пойдем. Привет, я пришел с миром, мой друг. Ах, 47, какая честь! У меня есть на тебя материалы. Ты хороший воин. Тебя никто не должен видеть. Это очень опасно. Хан скоро возвращается. Может, ты сможешь остановить его? Может, у ворот на востоке? Аллах поможет и защитит тебя, мистер 47. Спасибо. Лучше уйти с дороги. Будет много работы. Так. Ой, блядь, и как я тут с этой хуйней проходить буду? Моя цель вот она, блядь. Ну, тут пиздец, сколько патронов, блядь. Аж ёбнешься, блядь. Так, сюда выйти, меня встретят прямо тут, в объятиях, блядь. Угу. Да. Да, он идет сюда, у нас один Типсон, ебать. Ладно, хуй с ним, давай дойдем. Так, они у нас куда-то уходят. Но один идет по-прежнему сюда, да? Угу. Да, так именно есть. То что, ладно, давай смотрим. Тогда на миникарту надо обращать внимание обязательно. Так. Да, он у нас идет сюда куда-то. Около в этой вышке ходит хуева тьма людей. Прям хуева тьма в прямом смысле этого слова. Так, этот идет сюда у нас. Гражданские тут ходят еще у нас. Эта вышка мне нужна. Ну, будем ждать. Будем ждать, что делать. Так. Ну, что ты там у нас? Куда ты там у нас идешь? Так, этот у нас опять сюда возвращается. Здесь у нас все рассосались, блядь. Этот идет сюда куда-то. Надо подождать, пока вот этот хуй зайдет за этот дом. И я надеюсь, что он пойдет до этого, с этой стороны. Угу. Угу. Бля, гражданский ходит, сука, пес ебаный. Угу. Так, этот идет сюда. Сейчас вырываться не стоит, конечно. Потому что могут быть нереальные проблемы. Так, если он сюда идет. Вопрос, откуда пойдет он? Отлично. Так, смотрим. Вроде все заебись.
Так, смотрим, что у нас почем. Блять, а как они меня увидели? Ладно, ждем колонну туда. Если что, отстреляем этих идиотов, ебать. Так, где у нас колонна? Так, что они там? Ну, они нас стреляют, по сути, это хорошо. Да, колонна вон едет. Отлично. Я хуй знаю, как они меня увидели, там вроде гражданских никого не было. Дитя природы. Ну как вышло, чуваки, как вышло? Сигнал на тревоге одна. Ладно, все выполнили, в принципе, заебись. Что там дальше у нас? Пиздец, конечно. Я хуй знает, как они меня увидели, чуваки. Это на самом деле вообще какое-то полнейшее недоразумение, но тем более.